Эй, приветище! Мы снова находимся на ферме слаймов. Да, ну, сейчас, в данный момент, мы находимся в лаборатории. Нужно что-нибудь новенькое смастерить, что-нибудь сделать. Блин, как же мне нравится находиться в лаборатории, здесь только всего интересного. Так, давай посмотрим, что мы можем купить. Розовый телепорт. Набор из двух телепортов, который позволяет создавать твой собственный канал для перемещения. Нужная штука, нужно ее купить. Так, что мне нужно, чтобы ее сделать? Мне нужен розовый плорт, глубинный соляной раствор, гексосота. Гексосота — это точно что-то связано с медовыми слаймами. И странный бриллиант. Ёкарный, где ж мне его достать-то, ё-моё. Да, немножко я как-то поторопился покупать розовый телепорт. В общем, начну с насоса для начинающих. Мне нужен бабах-плорт, мяуровый плорт и розовый у меня есть. Значит так, тащим сюда плорты. Побежали. Так, ребята, мне нужен бабах-плорт. А ну-ка давайте накидывайтесь. Так, бабах-плорт, иди сюда. Ну, а теперь отправляемся на поиски миурового плорта. Красавчик, у меня для тебя есть каменистая курица, твоя любимая, иди сюда. На. Ну, скушай ее. Видать, не голодный. Ладно. Опа, привет, вары. Вары, иди сюда. Сейчас я вас тут залью водичкой. Так, вроде бы всех истребил, да? Всех? Вроде бы всех. Нет, не всех. Здорово. Во! Стой. Мурчало, стой. Подожди. Тихо. Во. Я тебя покормить хочу. Держи. Твоя любимая, да. Дай мне два плорта. Красавчик. И вроде бы все. И последняя курица, кому же она достанется, ребята? Так, стопы. Все не накидывайтесь. О, давай-ка сюда кинем. Красавчик. Подожди, куда ты полетел? О, фух, успел плорт собрать. А то бы сейчас кто-нибудь их схомячил. Все, возвращаемся на базу. Значит так, вот, пожалуйста, вам бабах-плорты, 10 штук. Вот так, также миуровые. Все, теперь я могу, вроде могу, да, изготовить. Изготовил, отлично. Пойдем куда-нибудь сейчас построим это все дело, куда построить. Ух, давай-ка, наверное, вот сюда поставлю, возле камней. Установить. Все. Давай, начинай работать. А я хочу прикупить себе взломщик этих сокровищниц. Так, нужно в курятник зайти. Так. Ах ты, ёкарный. Ты чё здесь моих куриц пожрал? Как сюда попал? Скотобаза, блин. Кекс, где это у нас там эта штучка? Взломщик сокровищниц. 4500. Покупаем, отлично. И пойдем-ка поищем сокровищницы. Попробуем их взломать. Первую сокровищницу я помню, вот здесь вот она где-то должна быть. Сейчас мы до нее долетим. Вот так вот. Во, вот она. Сердцевёклу заберем. Ну что ж, попробуем ее взломать. Нажмите Е, чтобы разблокировать. Давай попробуем. Опачки. Юху! Чего? Эскиз изучен. Губковый кустарник. Из веток этого кустарника получается отличный скраб для ванной. Да вы что, издеваетесь? Я думал, там что-нибудь очень крутое. Это какой-то скраб для ванной. Да. Ладно, пойдем еще один откроем. Где-то здесь снизу была пещера. Сейчас прыгаем. Вот так. Надеюсь, здесь что-нибудь интересное будет. Где эта пещера-то, ё-мо... А, во. Свёкру забираем. Требуется более продвинутое устройство для взлома сокровищницы. Блинский. Я еще, короче, сопляк. Не могу вскрывать крутые сокровищницы. Ладно, есть еще одна сокровищница. Сейчас ее пойдем попробуем взломать. Так, где-то здесь тоже. Во, пещерочка. Здесь у нас гордо сидел. Во, вот это точно взломаем. Ну-ка. Что у нас тут? Трич, эскиз изучен. Фиолетовая слаймовая лампа. О, декоративная лампа, в которой живет счастливый слайм. Хе, попробую когда-нибудь сделать такую лампу. А вон еще одна сокровищница. Тихо, не бомбите, злобные слаймы. Так, открываем. Что же тут? И... Да-да... Воу. Что это такое? Подождите, надо собрать. Спиральный пар. Если поищешь, тебя ждет приятный сюрприз. Ну, спасибо за такой сюрприз, я правда не знаю, что делать с этим спиральным паром, но что-нибудь придумаю в лаборатории. Помню, где-то здесь еще была сокровищница, где... Ага, вот она спряталась где. Ну-ка.
Опа! Лужайка коралловой травы. Нифига себе, это мягкая розовая трава. Отличное местечко для того, чтобы прикурнуть. Ну, то есть, поспать немножечко. Ладно, на сегодня, короче, поиски сокровищницы у меня подошли к концу. Пора возвращаться домой, посмотреть, что у нас там насос накачал. Ну, что у нас здесь в лаборатории, как дела? Ты закончил качать? Да, закончил. Посмотрим, что накачал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, что это такое? Погоди, это же спиральный пар. Да? Опачки. А вот это что такое? А это про нефть. Это добро доисторическое. Про нефть доисторическое добро. Во, между прочим, вот так вот. Ага, значит, у меня инвентарь забит, и нужно куда-то сбагрить эти всякие ресурсы непонятные. Давай-ка здесь построим этот, как его, силос. Хранилище сейчас поставим сюда. И буду сюда все это дело сбагривать. Вот так. Во-во-во, подожди. Переключиться забыл. Переключаемся. И спиральный пар тоже сюда. Вот так вот. Теперь пойдем-ка глянем на наши эскизы. Что мы там приоткрыли? Вот, смотри, у нас есть розовая слаймовая лампа. А есть... Во, фиолетовая. Распродана. А, ну то есть это я уже, видимо, купил. У меня есть этот эскиз. Так, есть губковый кустарник и лужайка. Ну-ка посмотрим, что мы можем с этим сделать здесь в лаборатории. Так, значит, фиолетовая слаймовая лампа требует у нас жужжащий воск и дикий мед. Это нам нужна пасека. А пасеку без медовых слаймов я не получу. Губковый кустарник. Тут нужен глубинный соляной раствор и слаймовое ископаемое. Где этот слаймовый ископаемый искать, вообще непонятно. Видимо, нужно копать. Копать и искать. Вот, значит, надо установки эти копательные ставить. Лужайка коралловой травы. Нужны глубинный соляной раствор и гексосота. Опять нужна пасека. Ёкарный. Короче, все упирается в пасеку. Нужно найти медовых слаймов. Срочняк найти медовых слаймов, чтобы добыть медовый плорт. И построить, наконец-таки, эту пасеку. Я ж дурень, зачем-то непонятно. Стопэ. Я не понял, откуда у меня тут куча слаймов? Миуровый слайм. Обычный розовый слайм. А ну-ка, пойдемте, я вас выпущу на волю. Вот сюда. Подальше надо от своей территории, а то заберутся опять куриц, там посъедают у меня. Так, вон, гуляйте все. Так вот, я остановился на том, что у меня же есть миуровые слаймы, просто они скрещенные. Так что зачем я в прошлый раз за ними бегал, непонятно. Так, кушайте. Давайте мне плорты. Вот так. Ока-ока, любимое блюдо моих бомбических слаймов. Покормлю ока-окой их. Собираем миуровые плорты. Миуровые плорты прибыли, пожалуйста. Одного достаточно. Значит, откачка подземных ресурсов мне нужна. Покупаю. И поставлю я ее. Поставлю, куда же я тебя поставлю? А давай вот сюда. Вот, не, вот сюда вот. Или сюда. Да, блин, куда же ее поставить-то? Давай вот сюда. Вот сюда. Установить. Отлично. Пускай качает. Давай, выкачивай мне ресурсы. Надо поспать. Уже что-то весь день измотался. Уже час ночи. Давай-ка спать до утра будем. Оу, да. Новый день, доброе утро. 6 утра, блин. Фермерское дело, это, конечно, дело сложное. Возьмем клубники. Значит так, собрали клубнику. И пойдем покормим фосфорных слаймов. Они у меня со вчерашнего дня на жестокой диете. Только по утрам едят. Так, ребятки. А вы, в принципе, не такие голодные вроде бы, да? Так, кушай. Ваш любимый блюд, между прочим. Кушайте. Клубничка. Ням-ням-ням. Ешьте. Воу! Доступен новый эскиз. Голубой телепорт. Значит так. Поскольку мне нужны медовые слаймы... Так, курицы, тихо, никуда хтыть, не слышь нифига. Мне нужно открывать новые территории, чтобы найти медовых слаймов. Какие же вы громкие, а! И начну я открывать, конечно, территории вот отсюда. Прямо со своего участка. Заросли. Покупаем. Заросли. Посмотрим, что у нас здесь есть. Заросли. Опа, телепорт. Куда этот телепорт, интересно? Наверное, это ко мне домой. Ладно. Неважно. Надеюсь... О, погоди, так я здесь тоже могу ферму сделать. Ничего ж себе. Вот это что-то у меня проперло.
В лаборатории ферму могу построить, обустроить. Здесь могу обустроить ферму. Так, вон там телепорт какой-то. Пойдем глянем, что там у нас. Что это у нас за штука такая? Куда телепортирует? Попробуем прыгнуть сюда. Хопа. Ясно теперь, куда этот телепорт ведет. Все понятно. Это мы к скалистой территории вышли. Понятно. Возвращаемся обратно. Так, что у нас здесь есть еще? А, погоди, так это же этот. Доки. Точно, мне нужно купить доки за 5000 монет. Надо накопить эти 5000 монет и купить наконец-то уже эту территорию. Всем забыл, что я вчера на ночь ставил насос, откачивающий ресурсы. Надо посмотреть, что он там накачал. Ну давай, показывай. Во-во-во-во-во. По-моему, ничего нового. Ну да. Вся та же нефть и все тот же спиральный пар. Есть предложение собрать каменистых куриц. Ну вот, я изрядно почистил свой курятник. И теперь отправляемся кормить Мяурового Горда. Мяуровый Горда, я иду к тебе, и ты ждешь меня? Ждет, конечно. Пузо свое греет, когда ж я его приду покормлю. Так, я надеюсь, что ты мне дашь ключ, и я проберусь в новую территорию. Ну что ж, начнем. Начнем с самой вкуснятины. Ты же... Так, здесь курица, что ли? Заберем ее тоже. Вот, чтоб не кудахтало мне тут под ноги. Значит так, твое любимое блюдо — каменистая курица, пожалуйста. Ага, кушай, кушай, кушай. Ням-ням-ням. Блин, не хватило, ладно. Тогда старая курица, пожалуйста. А, тогда курица свежая, молодая. Еще чуть-чуть осталось. Опа. Держи. И. Собираем, собираем, собираем. Не понял. Там куча миуровых слаймов. И всего одна коробочка. Ну ладно, две коробочки. И телепорт. Так. Подождите, 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 подождите. Как это я без коробки телепортнулся? Куда моя коробка? А, вот коробка одна есть. Да блин! Долбаные телепорты. Так, коробочка. Полетели. Ну-ка. Ну да. Как-то не очень. Пойдем тогда вот сюда, на эту территорию. Что это? Где мы оказались? Очутились? Подожди. Подожди, это же три кольца. Вон они. А, это мы на острове оказались, куда я и хотел пробраться. Офигеть, неужели я сюда попал? Даже лететь не нужно было. Круто! Наконец-то я на этом острове. Тра-та-та. Тра-та-та. Вроде бы как на этом острове. Давай. Да, точно, смотри-ка, я на этом острове. Офигеть. Вот это круто. А это что такое за змеевидная такая штука? Монстр, что ли, какой? Ладно, неважно. Давай исследуем этот остров. Что у нас здесь есть? О, лужицы! Блин, ну на этом острове же должно быть что-нибудь такое вах-вах-вах. Прям, о! Еще один Горда. Здорово, сейчас мы тебя взорвем. Так, надо вот сюда теперь пробраться. Что у нас здесь? Здесь есть что-нибудь интересное? Пещерка, пещерка, пещера, я люблю. А, насквозь знает. Да ну, так неинтересно. И все. Ну что ж, вот я насобирал куча-куча всего и всего разного. Так что сегодня у тебя будет плотненький обед. Давай, кушай. Клубничку. Морковочку, пожалуйста. Нужно же расти, давай расти. Еее! Ну! Ключ! Ну, наконец-то ключ! Еху! Берем ключик. Ништяк. Что у нас там? Короче, на этой территории, ну, на этом участке, я решил высадить растительность. Здесь у меня будет расти морковка, погофрукты. Значит, участок земли купить. Значит, морковочка. Здесь растет морковочка. Погофрук расти будет. О, какое деревце выросло, смотри. Ништяк. Здесь я посажу клубничку еще одну. Так, где-то клубника. Вот так вот, клубничка. А здесь я посажу еще один участок. Ока-ока. Вот так вот. Пускай растет. Ну что, ключик у меня есть. Пришло время открыть скалистые земли. Полетели. Ага. Нужно будет сейчас здесь мостик пройти. По-быстренькому, так аккуратненько. Надеюсь. О, клубничку заберем. Клубнички мало не бывает. А вот она и дверька. Ну что, откроем ее сейчас.
и посмотрим, что же нас сейчас там будет ждать. Быстрее, 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 быстрее. Ого! Нифига себе. Ну, а что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе нравятся слаймы, то с тебя лайкосик, подписчика на канал, если ты не подписан, и комментарий обязательно. Всем спасибо за просмотр, удачки, пока и до нового видосика.